Супер, супер крутая скидка, 15%. Очень классно. Так. Значит, что у нас здесь есть? У нас здесь есть перки, мы взяли. Надо просто выбрать другое оружие и пойти сразу же это чилить. Это что такое? Поманки. А, это какие релики я открыл? Редкие эпики Олеги есть. Я пока только команки и видел. Давайте двух рук посмотрим. Мастере это что? Получи 12 перков, чтобы открыть мастерство этого оружия. Ага, он, кстати, щит дает. Вот откуда щит. Так, три обычных удара. Hit Training Damage to Gain Justice. 10, заряжай для тяжелого слэша. Чтобы станить врагов. И зажимай ПКМ, чтобы защищаться от удара. Интересненько. Ну, поехали, попробуем с мечом побегать. Точного стрима, спасибо. Спасибо. В общем, если вы вчера вдруг пропустили, у меня есть два ключа во вторую локу. На 22 игрока, а не на 33. Блин, ну, надо попробовать. Чё, я не так много хочу в бете играть. Я думаю, на релизе надо будет побольше залипнуть. Так что смотрим настолько много контента, насколько сможем. Сразу же во вторую и, соответственно, тут новые враги, да. Два игрока, мы вместе с челом. Ха-ха, из 22. Что-то подраться, да? Братан! Охренеть урон. С чего получил? Непонятно. Взрывающиеся мобы. Перк зато выбил. Уже хорошо. Ой, еще челы заходят, заходят потихонечку. Так, тьму не могу сдать. В общем, да, игра на 33, 22 и 11 игроков, в зависимости от того, какой акт ты выбираешь. Как на 22? Вот так вот, потому что от акта зависит. Меч пока кайфовый. Гигабонкер. Я, правда, странно, что меня вообще пустило во второй акт, при том, что я еще не убил первого босса. Да, враги здесь гораздо менее интуитивные, как будто бы, чем... чем в первой локе ХЗ. Просто, наверное, новые перки выбью. Че такое? Ничего. Необычная концепция, такого я еще не видел. Да, у них очень интересная задумка в целом. Чё, куда разбежались-то все? Вон там вопросик есть. А, чё тут вокруг нас? Какая дичь? Опасненько. Новый Torture Chamber открыт. Значит, мы можем собраться сейчас и в него пойти, да, с ребятами? Какие-то ангелы... Доступ к бетке сразу же дали. Я стримерский ключ запросил. Уже, кстати, ребята собираются проходить этот. Как будто бы собираются, да? Телепорт какой-то жабки-торговцу. Мы что-то не там вообще бегаем, как будто бы, да? Ой, что-то дофига врагов соло не хочется их бить.
Ну, у меня есть одна ТПшка. Ну, давай, давай, я ТПшну сюда, и мы пойдем нам в данж. На сколько он? На 6. Ну, у нас здесь как будто 4 уже есть. Ладно, все пошли, он этот хильнулся, погнали. Ловушка, походу, какая-то. Опять что, я еще урон получил, не понял. Надо было, конечно, перед тем, как зайти, потратить эту тьму, которая копится за мной, да? Как будто было бы полезно. Здесь же ее нигде не потратить, наверное. Враги не получают урона от этих ловушек, видимо, нет. О, спасти надо чела. Во, оно еще как парирование типа работает. Прикольно. Блинский. Ребята, не хотите забрать щиточек, пожалуйста? У нас что-то не вовремя щелитка появилась. Не дают, блин, щит забрать. А, давай отойдем, давай, давай, давай. Ау. Вот, не забрал свой собственный щит, подарил кому-то его. Там больше не умер, не? Да во... в смысле? Окей, еще справились. Плюс один парагон, чтобы это ни было. Чемберс комплит. А у меня ключа, видимо, нету, да? Надо было ключ купить. Интересно, я могу выйти и купить его? Рероллы за кости. Да не, наверное, не буду. Плюс 40 дэмэдж по застанину. А-а, закрыто. Распродано. Так, ТП-шку надо купить на всякий случай, полезно. Че за ключ? Я что-то не понял, а где Withering Waves? Так, уменьшились. На сегодня. Что не понял. Что-то непонятно, да. Возможно, играть только в одну игру, да? Мне надо эту штуку найти, шар. А вот он. Ай, блин, не успел забрать душ.
Так, что дальше? Вопросики есть. Можно пинговать как-то на карте, нет? Как будто бы не хватает возможности пинговать. Хотя, может, это будет жопа. Вон там еще один данж. Да, сундук, смотрите-ка. Еще броню кто-то раскалывает. Интересно, кто. Чок. А вот и ключ. Как жаль, что как бы... Да. Блин, теперь надо к данжу идти, получается, потихоньку. Не знаю. А, босс там не босс, а вот эта вот элитка неуязвимость дает. Мабам. Угу. Хорошо. Человек с 1000 часов? Да бы да. Ну так сессионки они такие. Уже прикол сессионок. Что их надо много играть. Гигамоб. Гигашкаф. Жесть, большой шкаф. Так, вот этих вот надо убивать в первую очередь. Получается. Кто-то умер, нет? Не могу понять пока. Шары еще взрываются через какое-то время, да? Как тебя бить-то? Ох, я нажал ПКМ, но не знаю. Застанить бы его, да убьем, может быть. Есть, достанили. Дамаг! Хорошо. Да, и другие пускай полутают. Игра в EGS на данный момент, да, в Epic Games Store на типа раннем доступе. Ой, блин, надо в этот в шарик сходить. Еще, наверное, надо урон, а не хп качать. Нет, они тут хилялись без меня. Ладно. Поехали. Вот поэтому так важно ходить со всеми. Блин, да как? Ну тупая муха. Я же заряженки спамлю. А, подождите-ка. Заряженки тратят... Да, вот почему я не всегда их могу прожать. Я чё-то думал... Я что-то, короче, не подумал об этом, да. Что они тратят энергию. Вот почему они подстанивают врагов. Потому что они очень полезные. Как минимум. Пока что мечник, конечно, супер кайфовый. Ай, рыбина страшная.
Ха, ну и что нам там делать? Кстати, танк может довольно спокойно драться с такими элитками, типа удар, удар, удар. Кажется, рыба себя зажала. Ну, ее еще подстанила. Оп, это все? Это все, кайф. ДШКД уменьшен, хорошо. Урон против застайненных, супер круто. А, вот возьми вот этот вот. Новый кейп. О, синий, ты наносишь просто больше урона на 25%. А-а-а! Мы, короче, задержались тут. Хотя не, я думаю, что на улице тоже эта штука прокает. Это же типа какой-то апокалипсис, когда новые двери открываются. Да. Скелетиков фармят. Там что-то какая-то битва жесткая. Может, элитку бьют какую-то, а? Че они тут все бегают? Или просто все вместе? Ладно, этот сундук так-то... Так, ну тогда, ну, они, видимо, все вместе. Я наверное, не успею сейчас туда попасть никак. О, Тостер, спасибо за редецкий. Привет, привет, спасибо, спасибо большое. Ты не это не лутал ключик, не смотрел. Там, если что, но можно его поискать на сайте. Можно запросить на. Как же он называется-то? Rainmaker. Во, есть такой сайт. Rainmaker. Вот там. Игруха пока прикольная. Где гачи-звуки? И звуки из игр. Их сейчас нету, потому что... У вас не было, Тостер, у вас не было рейда отвратительного? Ого, прикольно. Короче, чел ботов крутит. У меня там просто 500 фолловеров за минуту. Блюдок какой-то пришел крутить свое говно. Вот, и в итоге... Из-за этого у меня процессор загружается на 100%. А у меня суперсовременный процессор, и я очень не хочу, чтобы он сдох. Такая вот история. Неприятная. Почему мы вниз бежим? Сундук, который мы лутали уже. Почему у нас 18 всего? А, потому что мы же во второй локе, должно быть 22, да, логично. Короче, на Твиче появилась какая-то тварь, которая... Да. Которая делает говно. Лучек не было, пока нет. Мало того, что эти имя-фамилия фоловились в последнее время очень часто, да? Так еще одна, как один кусок говна прилетел. С своими фолловер-ботами. Че, любой удар? Нет, только по врагу. Ну что, ребят, мы готовы. Давайте похилимся, может? Вначале. А там... Даже вчетвером, я думаю, справимся. К счастью, не было. Повезло. Это, видимо, там говорят тем, кто Вуву стримил, вот этим накрутили. Там вроде бы кто-то из стримеров говорили. Тоже попался на это говно. Блин, это тварь, которая неуязвимость дает.
И мечник прям супер топовый. Конечно. По сравнению с Рогой. Это ловушка. Ау. Урон получил, вообще не увидел. А, тут элитка какая-то. Интересно, яд наш или не наш? Ау. Прикольно, мне очень нравятся вот эти вот совместные билки, как сделали, вообще кайф. Прям вообще кайф. Круто. Очень-очень крутая механика. Прям вообще. Балдежная. Давай, расстреливай их там. Яд непонятно, чей наш или не наш. Под нее язом, тварь. Вот эти вот стрелы, это как раз огонь призывают, да? Ау, приятно. Блин, мне нужно свою эту обилку настакать. Блин, две элитки рядом, конечно, вообще опасно, опасно. Их бы как-нибудь развести, а то... Тостер, я бы как-нибудь закопил бы вдвоем в эту игруху, кстати. Попроси ключ. Реально. На Рейнмейкере. Так, я тут под это подтанчу чуть-чуть, да? Развели, главное, хорошо. Ребята, щиточки. Щиточки, щиточки. А, там тоже щиточки у них, блин. Спасибо. 40? А, да? Блин, вот они так бегают, тот на ком мишень висит. И в итоге опасно, но мы справились. Хорошо. Не по клеткам. Здорово, Турбон, здорово. Да. Не по клеткам. Your empathy also counts as attack. Что бы это ни значило. Блин, я лучше зарероллю нас. Хотя, не знаю, я не знаю, что это значит. Давайте попробуем. А, эмпатия дает атаку, которую ты стакаешь, видимо, да? Звучит балдежно, надо качать эмпатию. Так, все твои атаки накладывают слабость. Звучит тоже отлично. Поехали. О, похилились, кайф. Так, мне надо сейчас вон к тому шарику пройти, потому что у нас полный этот... Эмпатию качнуть. А-а-а. Нет, стоять. Empathy increases. Плюс 4 атаки. Молодежь. Что-то ребята ассиста просят. Так вот, или что? Ну, туда вот надо, на тот данж. Справа. Может, там элитку бьют какую-то. Как будто бы, не знаю. О, тут что-то реально крутое. Видимо, элитку уже убили. Украсть благословение. Твой дэмэдж сильно увеличен. Ну и надо бежать на этот, получается. Успею прохалявить? Успею прохалявить.
Как урон в живучесть в Рейвенсвоче. Да-да-да-да-да-да-да. Похожая тема. Блин, с дабл-уроном, конечно, можно было побить мобов, но в соло здесь совсем плохо бегать. Мне, кстати, лучше, на самом деле, побегать, костяшки пособирать сейчас. А, нет, наоборот, мне надо души пособирать, то есть мне надо просто врагов убивать. Не костяшки. Ну, бежим туда, но все мы туда зайти не сможем, увы. Слева снизу эмблемы, одна скейли другую. Я понял. Не, ну вот это вот, да. Нет, я тоже хочу туда. Ой, здесь, кстати, прикольно. Чё-то прикольно. Ау. Не успел зайти, ну ладно. У меня на самом деле реликов так 6 уже. Мне, может, и не надо уже во врата идти. Мне надо врагов убивать, по сути. Оп. Здесь что-то интересное. А как кнопка? Не помню. Ну, ладно, видимо, мы вдвоем не справимся здесь. Увы. Мне, по сути, мобов бить полезно. Просто чтобы эту тьму набирать сейчас. Ау. А, 40 щита, наверное, было, потому что у чувака, наверное, прокачана эта штука, да, очень сильно. Или эмпатия высокая. Ну да, рог мобильный, воин станет хорошо и блочит отлично. Прикольно. Классы в целом все клевые. Лучник, видимо, дамажит больше всех, но хоть и стоит на месте, когда кастит. Может, больше всех, не знаю. Может, нет. Блин, а если ты не участвовал в битве, то ты и не получаешь опыт, что ли, тьма? Блин, на какую кнопку? Т, Q, Е. Подсказать, что нам сюда надо. Ой, нет, это опасно. Звучит, да? Жадище. Жадище! Session Battles Unlocked. То есть это мы можем к боссу идти, видимо. А, не к боссу, но... А туда надо быстро же добежать вроде бы, да? Но у нас здесь рядом есть одна. Сейчас благо возьмем, кайф. А чё, благо защиты, да, какое-то? Неуязвимость, может, вообще? Значит, нужно добить пузырик еще один хотя бы. По тьме. А, они уже дерутся, ясно. Тут уже ад.
Ребята, держите щиточки. Кстати, я тоже 40 выдаю. Видимо, это от эмпатии как раз зависит. Качает твою обилку вот эту. Успеем ли мы забрать опыт? Скорее всего, нет. Тут уже все горит, да, все в огне. Есть ли рядышком пузырь? Ну, вообще есть, кстати. Интересно, насколько много урона получаешь? Слушай, да вообще фигня вроде. Главное, взял эмпатию, урон накачался. Как? Такой же ад вот в этом вот куске битвы происходит. Стан близко у этого моба. Чуть-чуть добить его. А, ну или просто убить его. Так, видимо, тоже можно. Жал парирование, но что-то даже не сбочил этого ешку. Ascension Battle Complete. Видимо, Ascend. Когда босс потеряет что-то там. Слушайте, как будто надо обе Ascension битвы закрывать. Такое чувство, потому что... Видимо, за это то ли какую-то легу дают, или не знаю. You are watching. 14 человек. Ты видел The Zillion с карточный рогалик? Нет, такого не видел. Все какие-то котики. Мешаются же. Не знаю, помогают ли. Сад. Эдемов сад. Ну, посмотрим, что здесь за босс. Как вот это посмотреть? Ага, уникальный легендарный эли. Когда босс теряет одну полную полоску хп, все плееры хиляются на 20 от максимального. Это вот нам за Ascension, наверное, дали всем одновременно, да? Я думаю, если бы мы зачистили второй Ascension, ну, у нас было бы два релика при битве с боссом. Как рогалик этот на троих будет. Но он на 30 троих. Ну, вообще, на самом деле, он по факту на шестерых максимум. Чтобы бегать вместе... Что-то это мобы не нарисованы, или как думаете? Ну жесть. Окей. Так о чем я говорил? На шестерых, потому что во врата ты входишь в шестером. Вот, в шестером звучит кайфово. Блин, надо бы ребята собрать каких-то рогаликов. Вон тостера там, не знаю, пула взять. Какие деревья. Элитки. Так, почему-то... А, они показывают, какую конкретно можно бить, да? Или нет? Ну что, другие бьются по единичке. Так, я сейчас тоже выдам щиты, пожалуй, ребятам. Сам не буду в них вставать. Мне не надо.
А, чё-то было. Хорошо, что у меня есть парирование. Окей. Чё-то страшно. По факту здесь The Voyen реально есть роль танка, типа, не знаю. Кстати, одну полоску хп босса убили. Так, вначале вот такая, потом вот так маленькая. Нет, не это. Вот вначале вот эти. Мне кажется, это очень важно, ломать эти штуки. Нет, пока. Вот это можно уже? Нет, мы еще обычные не сломали, видимо. Там вверх, сверху, наверное, прячь. Ага, теперь можно эти бить. Идет. Блин, мне нравится, прям напряженочка такая, вообще кайф. Блин, хел местами, это прям балдеж. Ой-ой-ой. А деревья-то добили? Интересно. Я не посмотрел. Ужас. Ну, зато нашел. Какой звук мерзкий. Угу. Так, ну парировать кайф. Так, они там могут это дерево уже бить, да? Вместе с боссом, кстати. Удобно. Фазу сейчас пробьем, все прохилятся. Ребят, простите. Пришлось. А чего? Окей, видимо, это если деревья не успеть убить, появляется гигазона, да? Походу. Да. Одному с двумя элитками драться не очень... удобно, я так не понял, это какая-то хиллерская зона или что? Вон. Адам и Ева, кстати, их зовут, я только сейчас понял. Так, маленькая, потом загогулина. Ауч! Не маленькая. Вот это маленькая. Свайт на час. Ну, у нас и игроки не все, поэтому, типа, таков путь.
Ну, у нас 7 игроков осталось. Что, все поумирали, что ли? Ну, мы с деревьями сейчас не справимся и помрем все. Ну, какой 7-то? Ну... Зашел, заходи, уже 18. Битва как будто не такая уж и сложная. Че, мы в итоге не успели? Ну, не успели, да. Рип. Я не знаю, можно было доджи задоджить, что ли? А, у меня, кстати, хп уменьшено из-за того, что я умирал, да? Понятно. Ну, все. Тут как бы рип. Все друг друга хилят. Может быть, даже боссов хилят, кстати. Да что-то слишком много всего. Четвером уже остались, да? Ну, понятно. Your billion has ended. Да, вот так вот. 96. Ну, это... Ну, и тут прокачанные, чё? У них явно... Они явно прокачанные. Я вот не прокачанный. У меня нет никаких штук за головой. Но я все равно был полезным, мне кажется. Окей. Continue. Ты начинаешь каждый забег с плюс 60 костями. Ну, кстати, костей и так довольно много, как будто не очень полезно. Так, сколько открыть следующий? Дорого. Ну, тогда за 25 качнем вот это вот. Call Powers Regenerate Faster. Мета здесь довольно сильная в целом, как будто бы. Ну. Ты же встречал, говорит, Беатрис. Так, а что еще? Я же как будто какое-то что-то открыл. Ну, интересно. Это новые релики посмотрел. В этот раз, говорит, судьба не победила. Окей. А ты у нас кто? Я забыл. Вирджил. Пунктером голос, то коллект. Мы собираем информацию, чтобы души могли изучать и делать. World of Justice. Вон. Короче, обучалка, понятно все. Last Betrayal, Frozen Hate, Eternal Sorrow. Kill Traitors, Before Lucifer, Casts, Last Betrayal. Destroy Both Shackles, а здесь Destroy All Tears. Блин, кайф, мне пока супер нравится вообще. Еще один забег всего сделали. Пойдем, вспомним Dead Cells. Вспоминаем клетки перед миром. Клетки перед миром в субботу. Вспоминаем, умираем, вот это вот все. Так.